У меня же голова заболела от этого всего. Да. Потому что есть надо. Всем привет, с вами Алиса и Юрик. И да, как вы могли понять, это новая серия макияжа, которая на сей раз посвящена посвящена феям из игры Занзара, черт возьми, психические болезни. К чему я все это иду? Чтобы не было просто ни у кого вопросов, в игре присутствует 77 фей. Я не буду делать все эти 77 фей. Я буду, конечно, стараться, но поймите меня правильно, то, что каких-то фей на самом деле реально изобразить даже с помощью макияжа. Но простите, вот таких вот? Ну, сами попробуйте такое сделать. Есть, конечно, более мужественные феи. Они такие более... у нас побуртальнее будут. Но... знаете, мне уже хватило такого плана. Если кто не знает, я... уже косплеила по этой игре Занзаре, но в свое время я хотела косплеить фею Суэнь. Но потом такая подумала, да почему нафиг мне эта фея света? Давайте я буду косплеить фею Тьмы, Дриданакса. Здесь оставлю ссылку на свою запись в паблике. Там я размещу запись о тех феях, которые вы бы хотели видеть. Также вы можете писать насчет своих любимых фей здесь внизу под этим видео. Тогда по такому голосованию я определю, каких фей мне лучше всего делать. Если вам нравится данная серия, я надеюсь, что, в принципе, ее оценят. Ставим лайки, чтобы я хотя бы попробовала. Понимала, на самом деле, сколько также и фанатов этой игры. Давайте, смотрите. А я пошла. Точнее, я полетела. Хотя на картонах ты никуда не улетишь.